Из-за нападения неизвестных на 16 избирательных участков в школе города Косовска-Митровица ЦИК Косово не может сообщить о том, считать ли выборы в местные органы власти 4 сербских муниципалитетов состоявшимися. По рассказам очевидцев, в школу ворвались люди в масках, разгромили урны и кабинки для голосования, разбили стекла. Персонал, в том числе наблюдатели ОБСЕ, пришлось эвакуировать. В традиционно сербских муниципалитетах проголосовали в разы меньше избирателей, чем в албанской части Косово. Я надеюсь, что международное сообщество аннулирует выборы в Митровице и назначит новые, как можно скорее, но не раньше, чем правительство и государство Сербии наведут здесь порядок и восстановят закон, говорит кандидат на пост мэра города Крстмир Пантич. Плебисцит, который стал результатом брюссельских переговоров премьера Сербии Ивицы Дачича и лидера Косово Хашима Тачи, был призван положить конец этническому противостоянию. Нынешние местные выборы в Косове впервые с 1999 года предоставляют право сербам, проживающим на севере самопровозглашенной республики, принимать участие в голосовании и претендовать на руководящие должности. Белград со своей стороны выступил против бойкота выборов, к которому призывали националистические силы.